Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской. Композиция называется «Огонь небесных сил». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Я плачу в волнах грез и чувствами плачу, но все равно в любовь я с верой лечу. Я слышу глас небес, дарующий мне свет. Самой судьбы ответ, я слышу глас небес, дарующий мне свет, и в мыслях у меня самой судьбы ответ. То, что уже ушло, уж больше не вернет. Долину сонных грез бессильно упадешь, коль будут над тобой иллюзии кружить, то с будущим душе любви прервется нить. Чужой не держи, пускай, с любовью создавай свой светлый чистый рай по волнам бытия. В долину чувств лети и сердцем выбирай, а прошлое прости. Стряхни свой груз времен, не думай ни о чем, где б ни был, ты найдешь вселенский отчий дом. Судьбу не торопи, она сама придет. Огонь небесных сил в душе твоей зажжет. Судьбу не торопи, она сама придет. Огонь небесных сил в душе твоей зажжет. Стряхни свой груз времен, не думай ни о чем, где б ни был, ты найдешь вселенский отчий дом. Пусть жизненный урок твоих коснется дум и заглушит на миг земной несносный шум. Пусть высветит насквозь то, чем твой дух живет, и свой особый путь в бессмертие найдет. Пусть высветит насквозь то, чем твой дух живет, и свой особый путь бессмертие найдет. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Огонь небесных сил в душе твоей зажжет. Стихи Светланы Шиманской, музыка исполнения Самуила.